salvation for your days. You break, traitor. Спасибо!
Yeah! Why?
on your time. Forever be mine. Now you die. Поехали дальше. Thank you.
Thank you.
Спасибо, друзья! Большое спасибо группе «Вирбут»! Кирилл, у нас для вас есть сувениры от фестиваля «Муз Онлайн» и компании «Тамтел». И также от службы доставки «Make Love Pizza» и мужской парикмахерской «Big Bro» вам подарки. Ребят, ну что, приехать из другого города и открыть наш фестиваль? Это заслуживает каких аплодисментов от Томска? А я напоминаю, что сегодняшний день у нас конкурсный, и вы можете проголосовать за своего фаворита или просто полюбившуюся команду. Для этого необходимо просто опустить билетик в урну с соответствующей надписью. Урны для голосования находятся на столах у музыкантов. И еще раз, в голосовании учитываются только билеты, не браслеты. Наш фестиваль проводится вот уже в 9-й раз, и помогают нам в этом вот эти люди. Учредителем фестиваля «Муз Онлайн» является администрация города Томска. Генеральный спонсор фестиваля – провайдер интернета и кабельного телевидения «Тамтел». Спонсоры и партнеры фестиваля – ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ – компания МТС. МТС, ты знаешь, что можешь. Музыка для рекламы «Звукобаза», Сибирская аграрная группа, группа компании «Театро», музыкальный салон «Премьера», тату-студия «Парадокс», автошкола «Автотех», футбольный клуб «Тойм», магазин фирменной атрибутики «Рокхаус», служба доставки «Make Love Pizza», служба доставки «Бамбуковые доски», «Рок-бар Рокот», «Байк-клуб Засада», мастер модификаций «Маша Вишня», мужская парикмахерская «Биг Бро», Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, а также проект «Свипер», полиграфическая компания «Четыре цвета», студия звукозаписи «М-Арт», твоя студия звукозаписи, видеостудия «Live Cinema», студия звукозаписи «Just Alien Records», магазин одежды и обуви «Bottom Store», парикмахер-стилист Аня Мищенко, студия парикмахерского искусства «Три десятые», а также информационно поддерживает наш фестиваль «Городской портал в Томске». Новости в Томске. Информационный портал «Город Томск.ру». Информационный портал «Афиша Вестибру». «Живое ТВ». Агентство новостей «ТВ2». Информационный портал «Знай город». Музыкальный портал «Ванту». Музыкальный портал «Альтер Видеос». Музыкальная афиша города Томска «Муз Онлайн». А также «Дарксайд». Как здорово, что так много людей поддерживают музыку Томска и соседних городов. У следующей команды также дебют на нашем фестивале. Встречайте, группа «Ева's Grave».
вечер, театр! Ну что ж, мы сразу начнем. Наша первая песня называется «Army of Ice». Похоже на правду. Вторая песня — наш недавно вышедший сингл под названием «Death Before Birth». Поехали. We'll be right back.
Наша следующая композиция, она лирическая. У вас будет время отдохнуть, но не зарекайтесь. Жизнь мы вам обещаем. Back in the cold and stories of war, disaster small to assemble it all. A glimpse of dewed sky and nothing can save me. Destroy the place where I found so. Сейчас, друзья, прозвучит композиция. Многие из вас ее знают, а некоторые даже ждут. Test of time. Да. Все еще будет. Не переживайте. Песня мелодичная.
Можете приглашать дам на танец, если не боитесь. Спасибо, друзья. Ну, а сейчас можно устроить немного обещанного мяса. Песня простая. С простым припевом. Два слова. Opium inside. Opium inside. Opium. Opium.
fucking times. You think that life in death will make you feel alright? While your pull ups and stick and I'll put you on a knee. You got to live again to forget how to breathe. If I'm missing of you inside of you. Of you inside of you. Skinny body weight before I saw plain sight. Lady in black watching for you sharpening her side. There is no one to you and you just don't wanna stop. You're standing on the edge and it's too late to stop. Of you inside of you. Of you inside, inside. Let me out. Балкон, где ваши руки? Друзья, а вы знаете, что такое стена смерти? Сейчас будет возможность ее устроить. Расходимся! Вы поймете, когда нужно будет начинать. Man.
okay, everything all right. Need to be calm, need to be weak. Side eyes on my life on this con. Next time turn a life on regret. Ну что ж, друзья, наше выступление подходит к концу. Надеемся, вам с нами было классно. Потому что нам с вами было просто супер! Но мы ведь не уйдем просто так. Эй, театро! Дадим жару напоследок! Я не слышал, дадим! Вот так-то. На нашем концерте впервые, сообщаю, что сегодня по итогам концерта будут выбраны две группы победителя, которые выступят на финальном гала-концерте категории «Хард» 22 апреля. Первую группу будете выбирать вы, дорогие зрители. Для этого вам необходимо проголосовать. Простите. Для этого необходимо проголосовать своим билетом в урне понравившейся вам музыкальные группы. Например, столик группы Eva's Grave, которая только что радовала вас, находится слева от вас, а кемеровская команда Вермвуд справа. Не забывайте голосовать. А кто же выберет вторую команду у нас? Для этого у нас приглашено почетное жюри. Итак, председателем жюри является Владислав Удлер, Наталья Ремарчук, председатель оргкомитета, Сергей Горельников, ведущий специалист отдела маркетинга компании МТС. Олег Качанко, руководитель музыкальной библиотеки «Звукобаза». Так, ставьте. Сергей Филатов, представитель музыкального салона «Премьера», а также бас-гитарист группы «Grind Day». Максим Пак, продюсер, директор студии звукозаписи «М-Арт». Иван Бутенко, гитарист группы «Следы». Иноземцев Андрей, основатель проекта «Всякий джаз». Суханова Мария, директор рок-бара «Рокот». Павел Чичин, менеджер футбольного клуба «Тайм». Павел Олейников, профессиональный ведущий, директор компании «Вип-шоу», почетный член байк-клуба «Стальной ветер»
и контент-директор группы компании «Театро». Иван Вельма, саксофонист группы «Turbo Power Brass Band». Сергей Лунг, фронтмен группы «Под водой». Евгений Цибулин, гитарист и преподаватель инструмента. Ира Сиденко, вокалист группы «Digidrated», преподаватель экстрим-вокала. Андрей Алярд, поэт. И Виталий Долькинс, мастер тату-студии «Парадокс». Не забывайте отдать ваш голос за понравившуюся команду. А следующая группа уже готова завоевывать ваши симпатии. Эти ребята на сцене не новички и уже покорили множество фестивалей нашей страны. Но на сцену «Музонлайн» они поднимаются впервые. Встречайте, группа «Веритоморф»! Thank you.
но все же время для охоты. Страх здесь не поможет, время для охоты. Добрый вечер! С вами группа Верит Аморф. И мы продолжаем наш цирк! Спасибо. А следующая песенка с нашего дебютного альбома. И называется она «Берсерк». Бей, кровь, бей, режь, руби, голову сплеть. Бей,
твою сталь, струю резкими я задумаю зла. Все скроет пелена и жажда крови чувства. Боли больше нет, есть только воля. Жажда крови слоит зла. Перевернуть резкими полотенцем страх и боли есть только тьма. Ветер выбрал свою долю. Жизнь и смерть, дорога одна. Жажда крови своя сума. Бегай кровь, печь, резь, убить, болтать. Раны и боли есть только тьма. Ветер выбрал свою долю. Жизнь и смерть, дорога одна. Бегай кровь, печь, бегай. Я бежать, жертвы клеймо не стареть никогда. Дверь внутри ползет на волю. Следующая песенка называется «Изгнанник».
сделал ничего такого. Ты просто был сыном отца, и в этом нет ничего плохого. Беда лишь в том, что твой отец снизом не свой людей, не был издан. Все тебе кричат, ты наш враг. Но я знаю, среди прочих истин ты один. Изгнанник! 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 Безумью, любить мой труд так неразумно.